Маш! Что? Что ты тут делаешь? Да стираю твои загадки. Слушай, ну опять? Вот, вот фигура. Это луна. Да. Ее нужно двумя линиями разделить на 6 частей. Двумя как линиями это на 6 частей? Да. Если я здесь, раз, два, ну как, в смысле как? Прямыми линиями? Да. Раз, два, три. Угу. Ты пукнул. Жизнь пукнула. Да, а, ну все. Ну. Вот так вот, раз, два, три, четыре, пять. Все. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Как это? Раз, два, три, четыре, пять. А должна быть прямая линия? Да. А как? А как? Тогда получается никак. Сдаешься? Муж? А. Смотри, у меня для тебя есть загадка. Вот, есть, ну, это квадрат. Хорошо. Тебе нужно найти все возможные способы разделения этого квадрата на 4 равные части. Что? Все возможные способы разделения этого квадрата на 4 равные части. Первый – это вот так вот. Угу. Вот так вот. Угу. Вот так вот. А сколько всего вариантов? Ну вот сколько ты найдешь? Ну тут уже сложнее начинается, тут уже какая-то вот канитель. Это вертикальная, а есть еще горизонтальная. Хорошо. Как ты считаешь, сколько вообще возможных вариантов? Я думаю, что еще, наверное, как минимум один есть. Вот так вот, если сделать. Это 4 равные части. Нет, имеется в виду, нужно тебе этот квадрат разделить, значит, это не часть. Но попытка хорошая, конечно. Надо подумать мне. Треугольники есть, у нас квадраты есть, полоски есть, сортельки. Что еще? Что? Нужно выбрать тебе либо один, либо два. А я же ничего не вижу. Ну да, ну смотри, тут не заглядывай. Тут есть 50 тысяч и есть ложка. Это значит, ты пойдешь посуду мыть. Посуды много. А 50 тысяч можешь потратить. Нужно тебе выбрать один или два. Я экстрасенс. Давай. Один. Точно уверена? Да. Ты хочешь один, наверное? Подожди. Хочешь один, ты уверена? Один. Ну ладно, на. Бери ложку. Иди мой посуду. А почему это так получилось? Нет, не смотри. Отдай. Все, ты на веки меч. Да. Ну так, пешком мы ходим, ну иногда на машине. Не, а люди пальцами не показывают. Постоянно тыкают. А что это тут тому покажешь? Это вот кот, например. А, ой. Это ласточка, вот. Так, ласточка. Это череп. Да, чтобы боялись враги. Мама родная. Это Маша, вот. На будущее. На будущее, да. На вырост, так сказать.